Джим! Джим, мне тут сказали, Мэтта Колдуэлла будет проверять ФБР. Такое ощущение, что неприятности ходят за ним по пятам. Ну и город, никаких секретов. Анджи на летучке. Тедди, как самочувствие? Не фонтан. Джим, помоги, пожалуйста. Вещдоки по краже в церкви. Варен Лейк пироги тоже имеет право на защиту. Не стоит благодарности. Логан, ты знаешь Мэтта с детства. Почему при покупке ружья ФБР решила его проверить? Он хотел взять винтовку. Уверен, это чистая формальность. Как вкусно пахнет. Мэтт Колдуэлл хороший парень. Рвет всех на Уолл-стрит. Да, любит потусить, выпить, поиграть. В школе дрался пару раз, но нет, хороший парень. Это небось из-за случая с яхтой в Огайо. Да не, яхтой управлял не он. 5 человек погибло. Блин! Мэтт сам долго лежал в больнице. Ему даже делали операцию на бедре. Это был несчастный случай. И вообще, уверен, его досье безупречно. Ну, хорошо. Не совсем безупречно. Что там с установкой знака «Стоп» у магазина Льюиса? Мало ли что может случиться. Я волнуюсь. Спасибо, Деннис. Я сообщу, если будет прогресс. Да-да. Всем пока. Все не очень, да? Да как всегда. Ни тела, ни связи, ни дела. И никакого финансирования, пока не найдут хотя бы один труп. А я в тебя верю. Идем на танцы? Во сколько? Я думал, ты всех приглашаешь, пардон. А вам хорошего вечера. До скорого. Пока.